Бля, ребят, извиняюсь, но я с вашего позволения буду на этом видео дымить, потому что меня все вымораживает, потому что сегодня мы будем пытаться заняться сексом с мисс Магией. Ну, я вам сейчас все объясню, но кто следит за моим аккаунтом, он знает вообще, в чем проблема, так что давай, усаживайся поудобней. Не забывай про пельмени, ставь лайк. Подписывайся, не забудь про колокольчик, чтобы все уведомления тебе приходили. И погнали. Вообще, с чего хочу начать? Я нахожусь на своем аккаунте. Да, это мой аккаунт, друзья. И на нем 26 тысяч самоцветов. Но 25 тысяч самоцветов мне прислали разработчики. Вот. За мою невероятнейшую ютуберскую деятельность. Вот, и как бы этот раз они, правда, прислали, что не попало это ни на какие эти акции, типа, там, где тебе дают плюхи за то, что ты, типа, самоцветы покупаешь, но вообще они прислали несколько дней назад, я только сегодня добрался вообще их поюзать, поиспользовать, понимаете, а использовать буду где я? Ой, смотрите, это моя мисс магия, да, и все вы знаете, что меня рандом просто... через одно место пускают. Вот просто через одно, мать вашу, место. Я уже сколько самоцветов потратил? Что-то не тянется. Сколько самоцветов я потратил? И когда ее прокачивал, и потом тратил, потом еще тратил, потом еще тратил. Что-то на видео попадало, что-то не попадало. Но я не могу ей выбить еще, сука, уклоны. Но это просто капец полный. Ну, посмотрите, у меня 4 пятых уклона на ней. Все, кобза, бракован. Все бракованное, ёпта. И все, и ничего не могу больше сделать, понимаете? Сегодня буду заново пытаться. И буду надеяться, что я не потрачу все 26 тысяч самоцветов, потому что хотелось бы самоцветы оставить там для обновления, которое хер знает, когда выйдет, но тем не менее. Вот сейчас, пока я балаболю, вы можете поставить видео на паузу и написать, получится у меня за гребаные 25 тысяч выбить гребаный пятый уклон. Так что, потому что я уже не верю, я реально не удивлюсь, что я их просру. Давай. Я даже сейчас скидку никакую специально использовать не буду. Хотя я даже не знаю, есть она у меня или нет. Ну вот потому что... Вот он не... Вот четвертый упал, да? Раз 10 упадет стойкость. Пятая. Упала... 2/5 крит удара. Да. Точность пятая. Ну, я говорю, сейчас выпадет плюс 100-500 точности пятой. О, 2/4 точности. Это просто, понимаете, это... Ну... Я не знаю, могу ли я сказать, что это самый жесткий и дорогой герой в плане созвездий для меня. Ну, потому что когда-то, ну, смотри, не падает. Когда я выбивал Некроса, тогда стрим был, тогда герои стоили не 4000 пыли, а намного дороже, то есть там не 2, не 3 пака, не 4 пака героя стоили, а мы донатили по 10 паков, чтобы выбить нового героя, где мой вообще Некрос, как он выглядит. Когда-то за него отдавал сумасшедшие деньги, а сейчас я его даже в алтаре найти не могу. Вот мой некроз. И вот чтобы этому говноеду, смотри, чтобы этому говноеду выбить вот эти вот уклоны, то есть 5 пятых уклонов и 1/4, я потратил 70 тысяч самоцветов. Это была просто невероятнейшая, сумасшедшая сумма. Это был, ну, самый дорогой герой по созвездиям, вы понимаете? Это был самый дорогой герой по созвездиям. Но мисс Магия, мне кажется, уже переплюнула. Я, конечно, не считал, сколько я уже на нее тратил, но она переплюнула. Давайте откроем все мои немногочисленные ништяки. Но реально, ну, не получается. Вот уже 7 тысяч потратил. И никакого намека на то, что у меня получится там, знаете, что-то взять.
грубо говоря, и выбить. Ну, я не хочу материться, отключить монетизацию, и так ее на канале нету. Я даже вчера на стриме показывал, сколько я зарабатываю. Сколько я зарабатываю. О. Так. Так. Отлично. Окей, смотри. Возвращаемся. Давай. Мисс Магия, снаряжение, созвездие. Полетели. Ну, я не знаю. Я уже не верю. Я уже не верю, что у меня получится. Точность 5-я, 4-й клон. Уже 2-я, 5-я точность выпала. Вот просто проклято. Я уже даже как бы... Ну, и мне не... Ну, не, 5-й клон. Сбор уклона на ней важен. Но мне уже даже давно похуй. Вот вы понимаете? Еще одна 5-я точность. Уже 3-я точность упала, 5-я. Мне уже просто из принципа хочется выбить. Даже не потому, что это надо. То, что она будет там лучше стоять. То, что у меня, грубо говоря, будет лучше работать чара. Нет. Мне просто уже из принципа хочется. А тем временем, на минуточку, я потратил уже 15 тысяч самоцветов. 15, сука, тысяч самоцветов плюсом. Я не знаю, сколько там мне надо. 100 тысяч еще самов, чтобы выбить на ней. Просто, ну ты вот просто, ты просто, на это посмотри, 8 тысяч самоцветов осталось. Ну где? Ну вот где? Все, сейчас самоцветы закончатся, 6 тысяч осталось. 6 гребаных тысяч осталось самоцветов. 5 тысяч. Четвертый уклон! Четвертый уклон, я не знаю, это вообще как? Это вообще за что? Это вообще почему? 2000 самоцветов. 2000, сука, самоцветов, 1000 самоцветов осталось. Где пятый уклон, мать твою? Айджи, вы чё, охренели? Я его не выбил! Понимаете, я его не выбил! Блядь, за 25 тысяч самов! Я его нахуй не выбил, блядь! Понимаете? Нормально вообще! Нормально! А чё нет-то? Да на, не знаю, сука, продай машину, чтобы выбить на ней уклон. Сука, мудаки, а? Это просто... Вот... Я не знаю, что делать. Типа, сколько я еще должен задонатить? Чтобы просто тупо, я не знаю, на ней выбить этот пятый уклон собрать. Я не знаю, ребят. Я вот, ну, я уже как бы все. Мои, понимаете, мои полномочия, все. О, 60 самоцветов получил. Ладно, давай. Вообще плевать. Снаряжение. Созвездие. Блин, давай здесь. Выбьем 2 пятых уклона. Вот. Мы, конечно, не выбьем. Я быстрее психану, остановлю видео, но... Где-то, я не знаю уже. О, пятый уклон. Давай 2. Давай 2, я не знаю. Ну, как бы еще пятый уклон, но 1. Дай мне сразу 2 пятых уклона. Может быть, так получится, я не знаю. Типа, но если он там не дает, понимаете? Если он там не дает. Ну, понимаете, блядь, просто... Тратишь самоцветы, а тебе вместо, не знаю, потрохушек просто завтраками кормить спали. Уклон пятый будет только после свадьбы. Вот сначала познакомимся с моей мамой, 5 моими братьями-кавказцами, и только потом, когда поженимся, и возможно, я тебе дам. А сейчас ни-ни-ни. Блять. Вот чисто интересно. Ну вот у меня было почти 400 этих карт. Давай посмотрим, сколько. Я не знаю, может я вырежу, может... О! 2 пятые точности упало. Так, блять, проблема, что они здесь не нужны. Блять, ну я
я угорну, если мне здесь получится выбить 2/5 уклона, да, и как бы... А там не получится. Ну, 25 тысяч самоцветов, друзья. Еще уклон 5. 25 тысяч самоцветов. Еще 5 уклон. А мне надо сразу 2/5 уклона. Давай. Еще 5 уклон, но он один, понимаешь? Хотя, смотри, даже 2 разом 4 уклона не падают. Там где-то, как мне пацаны говорили, там где-то и надо потратить 400 карт, чтобы тебе 2/5 уклона разом выпало. Ну давай потратим, мне уже как бы... Мне, понимаешь, мне уже терять-то нечего. Мне уже терять-то нечего. Потому что... Это ненормально. Это просто ненормально. Да? О, еще 2 раза 5-я точность упала, вы понимаете? Ну типа... 2/5 точности. Совпало, да? Но нету даже намека на то, что совпадет уклон. Вот просто, мне кажется, мисс магия, она проклятая. Там какое-то проклятие в коде игры, связанное с мисс магией. Вы даже обратите внимание, я не верю в эти заговоры, да? Но, мне кажется, что разработчики специально делают так, чтобы... каждый игрок мог выбить мисс магию, да, она из бесплаток падает и почти в каждом роллинге падает, вот, но они это делают ровно для того, чтобы потом ты, сука, страдал, когда ты ее собирал бы, чтобы тебе уклон не падал, чтобы там, не знаю, талант не падал, сука, чтобы у тебя там, не знаю, забаговалась игра, у тебя камни пламени куда-нибудь пропали, мне кажется, это специально, то есть хороший шанс выпадения на нее обусловлен только тем, что IGG садисты. И им потом нравится просматривать логи с тех аккаунтов, которые мучаются так же, как и я, пытаясь выбить ей уклон. Ну, просто потому что я не знаю, как это объяснить. Ну, то есть, некроз, да, я помню, там сидел, охренел. О, блин, да, на некроза я потратил 76 тысяч самоцветов. Я потратил на некроза 70, или сколько там, 70 тысяч самоцветов, чтобы взять и выбить, друзья, этот 5/5 уклонов, да? Вот. А как бы это при том я ныл, тогда же я говорю, там по 10 паков донатили, если не больше. И была ситуация, что, как тебе объяснить, что, ну, типа, я выбил некроса, задонатил на аккаунт много, и у меня там что-то около 300 тысяч самоцветов, понимаешь? О, 2/4 уклона выпало. У меня там около 300 тысяч самоцветов, я такой сидел, ну, блядь. Как некроз мне дорого обошелся, целых 70 тысяч самоцветов из 300, блин, потратил на уклон, понимаете? Тут я просто трачу все последние свои самоцветы, да, не по 70, не по... Вот, но, как бы, они последние, их не так много. И это вдвойне жестко, понимаешь? 2 крит сопротивления упало, это вдвойне жестко. Это вдвойне жестко, у меня ничего не получается. И просто... Типа, знаешь, просрать 100 тысяч, точнее 70 тысяч самоцветов, когда у тебя их 300 тысяч, ну еще не так жалко, да? И то, и ты как бы ты добиваешься результата, я же выбил ему уклон, понимаешь? А просрать, не знаю, 100 тысяч самоцветов, и когда у тебя этих самоцветов почти нету, да? И при этом еще и не выбить, вот это да, уже начинает, понимаете, седалочное место, третий раз выпадает 2/5 точности, блядь. Еще ни разу не было, чтобы выпал, к примеру, 5-й уклон и 4-й уклон, зато 3 раза выпадает 5-я точность, блядь. Ну, я не знаю, я их сейчас тоже до нуля потрачу, 2/5 жизни. Мне вообще пофигу. Пофигу. Мне так пофиг. Это просто, это реально IGG, эти, садисты. Садисты, понимаешь? Они издеваются над нами.
им нравится. Им нравится, они как бы перед сном всегда логи. Они логи моего аккаунта просматривают. Они просматривают логи моего аккаунта, такие: ага, князь страдал. О, день прошел не зря. Там должен быть такой, знаешь, такой, я не знаю, как изобразить злой китайский смех. Такой. Вот что-то вот такое вот. Пятое уклонение, там по типу: о, мутися, ты европейская сволочь. О, ты грязный ютубер. Получай за то, что ты на нас пиздел постоянно. Сука ты пучеглазая. Просто, ебать. Я уже больше половины этих карточек потратил. Я напомню, у меня их было 400. Ну, почти 400. Просто, ну, камон. Нет, я не выбью. Я не выбью. Я не выбью. Я не выбью. Пятый крит-удар, пятый уклон. Где? Как будет ржачно, если я, оказывается, и здесь уклон, типа, пропустил, и здесь. Да, это будет супер фейл. Вот. Атака, точность. Давай. 160 карт осталось, ребят. 160 карт. Пятый уклон выпадает, да? Ну, понимаешь, он выпадает один. Он выпадает один. И ему, в принципе, норм. Ну, как бы все хорошо. Ну, а чё париться? Чё париться? Давай дальше. Это просто кабздец. Вообще даже намека нету. Пятый уклон, пятая точность. Пятый уклон, пятая точность. Четвертый раз выпадает две пятые точности. Четвертый раз, пацаны, понимаете? Четвертый раз. Вот если вам надо до хера точности выбить на героя, то вам вообще проблем не будет. Но если вам надо выбить два пятых уклона, то вы будете страдать. Вы будете мучиться и страдать, понимаешь? Вы будете мучиться и страдать. Пятый уклон, крит урон, отлично, блядь. Супер просто, блядь. В рот я вас трахал, блядь. В рот садомировал, блядь. Сука, что за мудень занимался вот этими вот шансами рандома в этой игре? Сука, как я тебя ненавижу, блядь. Я надеюсь, тебя поймает маньяк и погладит по голове. Большим, сука, самотыком! Это просто, блядь, пиздец. Господи. В этой жизни что-то бывает вообще? Я не знаю. Ну, типа, мисс магия, окей, прикольно, классно. Молодежно. Пятая атака, пятый уклон. Классно, я сейчас еще и... Я просрал все самоцветы. Я просру сейчас все карточки. Ну, я уже около 300 карт паролил вместе с вами. Я паролил 300 карт. Я паролил 300 карт. Просто жесть. Просто смотри, четвертый уклон и два выпало, потом четыре жизни его. Ну, две жизни четвертых, да? 80 карт осталось. Пятый уклон, крит урон. Ай, я не знаю, ставьте паузу. Ну, вы должны уже были давно поставить паузу и как бы испытать свои возможности предсказывать будущее и написать, смогу ли я здесь выбить это или нет. Тем временем остается 79 карт, пока нету никакого намека на то, что мне типа пятый уклон выпадет.
Ну, 2/5 уклона разом. Знаете, даже не было такого и близко, что, типа, выпал 5-й уклон и 4-й уклон, к примеру. Тогда, да, ну, как бы, почти рядом. Мы были близки к цели, да? Но нет, даже такого, судя по всему, не выпадало. Если не ошибаюсь, 2/4 точности. Не помню, вообще, 2/4 уклона выпадало или нет? Вообще, 2 уклона выпадало или нет? Ну, это просто, это... 5-й уклон, крит сопротивления. Я не знаю, как я это видео назвать. Заговор, GG. Это который уже 5-й или 6-й раз 2/5 точности выпадают. Я уже, понимаете, я уже сбился со счета. Я уже сбился со счета. Ну, то есть, ну, как бы вообще. Ну, вот если бы здесь выпало 2/5 уклона, то у меня как бы чара начала бы работать. Но нет. Ну, с принципа не дает. 5-й уклон, 5-я жизнь. 40 карт тем временем остается, друзья. Просто все свои запасы нахер. Нахер с мопеда. И буду сосать болты, потому что все. Я же их еще собирался спустить на остальных героев. Кому я там еще не выбил, понимаете, да? Понимаете? Там допом еще поставить. Угу. Поставил, блин. Просто как не в себя. Понимаешь? Просто как не в себя. 20 карт. Ребят, 23 карты. 23, мать вашу, карт. 23, мать вашу, карт. Мать вашу, карт. Мать вашу, карт. Оу. Просто в рот наоборот. В рот наоборот. Я знаю, как вас это бесит. Меня тоже бесит, когда люди постоянно поют, у которых, мягко скажем, нету для этого данных. Да. Все. Все, нету у меня карточек больше. Нету. Нету самоцветов. Нету карточек. Ну, ставь лайки, я надеюсь, тебе понравилось. Я думаю, как бы, людям нравится смотреть на мучения чужие. Просто, IGG, блядь, спасибо. Спасибо вам. Спасибо, реально. Я надеюсь, вас всех укусит стрекоза. Вот, IGG, вы слышите меня? Я просто хочу, чтобы вас преследовали стрекозы. Вот просто жужжали бы, махали бы своими маленькими крылышками рядом с вашими ушами. Даже когда вы ложились бы спать, чтобы стрекозы вокруг летали. Это самое, наверное, угрожающее для вас угроза. Желание. Я уже сама скажу, короче, всем пока.